Здравствуйте, дорогие рукодельницы! С вами снова я, Татьяна Васильев. Сегодня хочу предложить вам сделать снежинку красивую и очень простую. Начнем с сантиметровой ленты. Складываем ее пополам и кончики прижигаем. Все очень просто. Таких лепестков нужно сделать 6 штук. Из голубой ленты шириной 2,5 см вырезаем верхние краечки полукругом. И прижигаем зажигалкой и скручиваем. Низ складываем в конвертик и тоже прижигаем. Из белой ленты делаем так же само. Таких лепестков нужно сделать много, 20-25 штук. На основу вклеиваем наши длинные трубочки. Можете начать любого цвета. Я начну с белого. Вклеиваем по кругу. Первый слой. Затем следующий голубой. И опять белый. Маленькие заготовочки вклеиваем в середину. Тоже по кругу. И, как обычно, украшаем бусинкой. И у нас получается симпатичная, красивая снежинка. Хотя делать ее очень просто. Очень надеюсь, что мои советы будут вам полезны. Если вы еще не подписались на канал, то можете подписаться, чтобы не пропустить новинки. В следующих видео я расскажу еще много интересного. И не только о снежинках. Желаю всем творческих успехов. С вами была я, Татьяна Василюк. До свидания, до новых встреч!